Когда бразилец Элиас вел под венец россиянку Луизу, то и подумать не мог, что их медовый месяц пройдет в самоизоляции в питерской квартире. Молодожены сыграли свадьбу в середине марта и должны были эмигрировать в США. Однако эпидемия внесла коррективы. Я приехал сюда с одной сумкой, в которой было 5-6 предметов одежды. Я не был готов, но не думаю, что хоть кто-то был подготовлен. Так что я здесь и должен пережить это. На самом деле здесь обо мне очень хорошо заботятся. Элиас – IT-специалист, работал в Польше, а после свадьбы должен был уехать на работу в Техас. Пока что предложение компании в силе, но выехать из России невозможно. Будущее туманно. Как долго Россия будет закрыта? Сколько я пробуду здесь? Прямо сейчас уехать нельзя. Закрыта не только Россия, но и США, и Польша. И Бразилия, моя родная страна, тоже не может меня принять. Больше всего бразилец тревожится за пожилых родителей, звонит им каждый день. А в остальном пара не скучает. Вместе готовят, занимаются йогой и учат родные языки друг друга. Элиусу русский дается тяжело. Для Луизы португальский тоже испытание. Результат будет только, когда будешь уделять это время каждый день. Вот. В целом, самоизоляция для меня, наверное, в этом случае как плюс. Минус только в том, что нельзя ездить за город и наслаждаться природой. И сейчас будет весна, хочется гулять. Компанию молодым супругам составляет пес Черри. Благодаря ему они каждый день выходят на улицу и гуляют неподалеку от дома.